Дубль 3. Это вариант с подачей импульсов с катушек в аккумуляторы назад. Все работает. Схема почти на минимальном потреблении. Если увеличить потребление путем уменьшения резистора базы, схемы бедения, лампочка базы начинает загораться, что показывает повышенный ток базы и всей схемы, обороты снижаются, что плохо для катушки щелкалиса. Так, значит, возвращаю я обратно, и похоже, надо стремиться к минимальному потреблению схемы бедения, по крайней мере сейчас. Так, это напряжение на батареях, две последовательно. Рекуперационный трансформатор заменил на этот. У него более не обмотки, две первичных не по 6, а по 12, и они как бы имеют больше сопротивления, поэтому схема бедения под этой нагрузкой работает уже. Одна из этих первичек подключена на выход схемы бедения, ну или рекуперация противо-ЭДС вот этой катушки бедения, которую он не называет противо-ЭДС почему-то. А вторая первичка уже идет на диодный мост. Вторичка трансформатора высоковольтная тоже на диодный мост. Здесь уже после мостов плюс и минус параллельно. И на аккумуляторы идут. А катушка щелкалиса, здесь она хоть и в таком креплении, но все равно продолжает поддергиваться слегка под магнитом. Тут даже вот эта вся балка деревянная как-то слегка вибрирует, что ли, под этим магнитом. Эта катушка не очень производительная. Она подключена тоже к диодному мосту и к общей шине плюс и минус на аккумуляторы. То есть как бы схема зациклена и как бы работает. Теперь остается смотреть на напряжение батареи. Если оно опустится до 24 вольт, то можно смело все выключать. А также надо поставить небольшую лампочку на эти аккумуляторы в роли нагрузки, так как базовая лампочка уже не горит, чисто ток базы маленький. Единственное, сейчас можно сказать, что нагрузка в этой схеме — это вот эта вот катушка, она теплая, ну, где-то градусов 37 вот эта вся катушка. Ну а так как бы я проверял перед зацикливанием вот это вот две обмотки с параллельными, заряжается аккумулятор отдельный потихоньку. Схему катушку щелкалиса я там готовлю другую, возможно, она будет получше, но это еще надо будет эту на каком-то резисторе посмотреть. Она выдает обычные как бы импульсы, синусоиды, куски как бы вверх-вниз по одной полуволне, где-то по 50 миллисекунд длительность каждой полусинусоиды, то есть обычные как бы импульсы такие. Ну а здесь уже как бы такие остроконечные, на высоковольтной обмотке они получше.